Поздравили героев. В Департаменте социальной защиты населения в среду прошла торжественная встреча с ивановцами, героями социалистического труда. Поздравить тружеников приехали представители Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области. Они рассказали об изменениях, связанных с индексацией пенсий, о пособиях и льготах, которые доступны ветеранам. Все присутствующие члены секции героев, кавалеров и лауреатов государственных премий. Они постоянные участники разных мероприятий. Также занимаются патриотическим воспитанием молодежи. Мы стараемся как-то по мере возможности решать это. Ну и сообща, когда встречаемся, обсуждаем, помогаем друг другу. Естественно, никогда в беде не бросаем, если какие-то проблемы, мы всегда приходим на помощь. Ну и у нас, в общем-то, очень дружный коллектив.